Всем привет! Хочу показать вам наш винницкий авторынок. Вот, пройдем по рядах, посмотрим цены на автомобили. Немножко порешал рынок, потому что много не хотят заезжать и стоят все перед рынком после выезда с Винницы. Там тоже буквально 200 автомобилей стоит. Ну, такое разделился немножко. Но мы сейчас пройдем по рынке. По крайней мере, если вы будете ехать на Винницкий авторынок, вы увидите после выезда сразу автомобили стоят. Сейчас вот пройдем. Посмотрим, вот какие автомобили стоят. Вот такой вот. Вот Nissan 2008 года 7500, семерка 3500 2011 года. Вот. Форд 2012, Фиеста 8300, бензин. Вот такие вот. Такой у нас авторынок. Еще раз напомню, что много автомобилей стоит возле рынка, не заезжают, потому что считают 130 рублей тоже немало потратить. Вот 2011 года 11500. Вот такой вот у нас рынок. Дальше там стоят микроавтобусы. Вот сейчас пройдем, вам покажем. Если это будет лучше, то... раньше было на руки за 6. Ну, то это 25 тысяч была хорошая цена. Вы знаете, это фантом. Вот видите, автомобили, микроавтобусы, ряды стоят. Девять пятьсот 2006 год, 1,9. 9350 Фиат стоит. 2009 год. 9750 2006 год. Вот видите. Шесть триста грузовик. Без ГИ в любое время сделать все те же опции, что делать.
теж багато роботи. Так що, такий от наш авторинок. Грузові автомобілі стоять от там внизу. Ниже ринок грузових. Так що приїжджайте к нам на огоньок. Красивый Мерседес. Спринтер. Вита 113, 2012 год. Сервисные документы есть. Вот, интересно будет, звоните. Так что такой вот у нас авторынок. Подписывайтесь на канал, будем смотреть видео, обзоры, цены на разные автомобили. Надеюсь, вам будет интересно. Пишите комментарии. До новых встреч.